Привет, ребят. Новости такие. Уже неделю не вижу Валеру у метро. Не знаю, где он пропадает. Может, он переехал на другую станцию метро, на другую урну. Но сегодня буду спрашивать у местных. Может, кто-то его видел или знает, что с ним вообще. Ну что, я подхожу к метро. Сейчас посмотрю, на месте ли Валерий. Ну, если его нету, буду спрашивать у местных тут аборигенов. Может, кто-то его видел. Нет, нету Валеры. Ну, сейчас я еще посмотрю в некоторых местах, где он обычно сидит. Может быть, он там. Привет, а Валеру не видел? Нет. Не курю. День добрый. А Валерия не видели? Валеру? Нет. Нет? Ну, я только подошел. А, ну понятно, понятно. А Валерия не видели случайно? Его еще неделю назад в больницу забрали. Какую? Не знаю, не сказали. Скорая не говорит, не описывает. Не говорят, куда везут. Может, в городскую, может, ближайшую? Может быть, но здесь ближайшая Елизаветинская на горе. Ага, ну я тогда может туда быть, поеду. Там. Я понял. Ну ладно, хорошо, спасибо. Ребят, еду в Елизаветинскую больницу, как сказал этот местный мужик, что если забрали, то, скорее всего, в самую ближайшую. А самая ближайшая – это Елизаветинская. Поэтому сейчас... Она рядышком, сейчас буквально 10 минут. И я там. Сейчас пока ехал, подумал о такой штуке, знаете, чтобы получить какие-то эмоции, не обязательно что-то приобрести. Иногда достаточно чего-то не потерять. Это касается, мне кажется, и здоровья. Че, ребят, я приехал. Вот Елизаветинская, сейчас буду узнавать. Здравствуйте. А как мне узнать, где человек, например, лежит? Фамилия. Так, по-моему, 14 кабинет. О, Валерий. Здравствуйте, Александр. День добрый, я вас наконец-то нашел. Очень приятно. Что произошло, расскажите, пожалуйста, потому что я вот неделю уже вас около метро ищу, и, ну, я уже начал реально переживать. Ну, где-то неделю, 10 назад, не знаю, точно. Вот. Я возвращаюсь от метро домой. Вот. И напала на меня компания малолеток. Вот избили, вот правый бок жутко до сих пор болит. Угу. Ну, об остальном. Я не знаю, поговорите с лечащим врачом, если так. А кто напал, не знаете, это да? Полиция занимается этим. Угу, я понял. Но лиц вы не сможете вспомнить, если так мы пойдем искать? Нет, могу, конечно. Угу. Некоторые. Ну, понятно, понятно. Ну а так что-то болит сейчас, как себя чувствуете? Правый бок только очень. А в остальном все более-менее, ну более-менее прилично. Вас тут хоть кормят, да? Ну кормят тогда. Каждый день. Понятно, понятно. Я пойду тогда до лечащего врача, спрошу вообще, что он скажет. Ну вот, ну и подойду, еще поболтаем. Очень приятно. Решил сделать Валерии немного приятное и купить его любимые сосиски в тесте, потому что, скорее всего, в больничке кормят не очень вкусно, поэтому надо чуть-чуть порадовать Валеру. Где тут сосиски? Вот они. Ну, возьмем две упаковочки. Здравствуйте. Не, не надо. Можно, да, зайти? Валерий, я буквально пару минуточек.
Сейчас я кое-что купил, вам сейчас передам. Я тут забежал в магазин, вспомнил, что вы сосиски тесте любите. Дети мои любимые. Ага, держите, кладите. Угу. И сачку взял. А сколько вообще находиться еще нужно будет? Ну, пару дней еще точно. Ну, замечательно. Я-то через пару дней за вами заеду. Mm-hmm. Ну вот. Ну и там уже мы, собственно, решим, что дальше делать. Спасибо, Александр. Хорошо? Спасибо. Ну все, пока. До свидания. Поправляйся. Ну что, вот такая вот ситуация с Валерой. По-хорошему, конечно, Валере нужно найти работу и хотя бы найти какое-то жилье. Потому что, во-первых, скоро зима. Я вообще не представляю, как он там будет в этой парадке ночевать. Напишите в комментариях, что делать дальше. Мои мысли такие. Конечно, это не дешево, но в то же время просто так бросить человека, я, ну, честно сказать, уже мы как-то с Валерием подружились уже. И, ну, по-хорошему, нужно ему найти квартиру хотя бы или комнату, ну и устроиться на работу. Напишите ваш вариант, как ему можно помочь. Я думаю, можно что-то придумать на первое время хотя бы, пока он не устроится на нормальную работу. Многие пишут, что, типа, Жучкин, твой канал похож на канал Абракадабра. Ребят, я хочу вам сразу сейчас все объяснить, чтобы всем было понятно. Это очень хорошо, что мой канал похож на канал Абракадабра. Вообще помогать людям – это очень круто. Если вы вообще никогда не помогали людям, ну, тогда вам, наверное, трудно понять, насколько это прям, ну, это кайф. Это реально крутой кайф. Попробуйте хотя бы сделать какую-то простую вещь, хотя бы хоть как-нибудь помочь, ну, да любому человеку, просто подойдите там, я не знаю, помогите какому-нибудь человеку, вы поймете, насколько это круто. И я это делаю для того, чтобы вы заразились этим же, понимаете? Я хочу, чтобы вы заразились этим желанием помогать людям. Поэтому я считаю, что ни хрена нет страшного в том, что канал похож на канал Абракадабра. И если вы тоже считаете, что помогать людям это классно, жмите лайк, поддержите меня, потому что, ну, я тоже нуждаюсь в поддержке, понимаете, от вас.